Ваша фамилия, имя, отчество? Энделадзе Зураб Урбанович. Еще раз громче. Энделадзе Зураб Урбанович. Число, месяц, год вашего рождения? 29.03.77. Где вы родились? Грузия. Гражданином какой страны являетесь? Грузия. Документированным паспортом гражданина Грузии? Да. Ранее судимы? Бывало. В Российской Федерации судимы? Да. Общий срок проведения в местах лишения свободы какой? 14. 14 лет? Да. Освобождались когда последний раз? 10. Откуда? Балашова, Саратовская область. Балашова, Саратовская область. Вы ранее были депортированы с территории Российской Федерации? Да. Когда? И откуда? В 13 году. С Нижнего Новгорода. В 13 году с Нижнего Новгорода. А вот еще в отношении вас вынесено распоряжение о нежелательности пребывания вашего на территории Российской Федерации, да? Да. До мая 2016 года. Да. Правильно? Да. А как вы здесь оказались? Желание быть со своей семьей рядом. То есть в 2013 году по решению Нижегородского суда вы были депортированы. Вы каким образом покинули Россию в 2013 году? Билеты купить, вылетел. Ну, то есть с самолетом? Ну, да. Вы были депортированы в Россию? Да. Как вы заехали сюда? Ну, вот так заехал. Заехали. Вот сегодня вас задержали за нарушение миграционного законодательства в очередной раз на территории аэропорта Шереметьево, терминала Д. Вы понимаете, да? Конечно, понимаю. В последующем вы вновь будете подвергнуты депортации и вам будет закрыт въезд на 5 лет, то есть до 2021 года. Завтра сотрудники ФМС составят необходимые документы и судья вынесет то или иное решение. Это вам понятно, да? Да. Вором в законе являетесь? Без комментариев. Да, нет, конкретный вопрос. Без комментариев. Не желаете отвечать на этот не вопрос? Не желаю.